Добрый день, меня зовут Асель, моей дочке Наире 2 года и 2 месяца. А сегодня 17 декабря 2017 года. С Давидом мы познакомились 4 дня назад, проговорили около часа. Это был не лечебный сеанс, а такой более ознакомительный. Вот. Я не знаю, почему мы затронули тему того, что у дочки моей редкий стул где-то раз в 3-4 дня. И Давид посмотрел на нее, на дочку мою, и говорит: «Наира, так дело не пойдет. Нужно, чтобы каждый день. Это, говорит, вредно для тебя». И вот 4 дня, сегодня уже 5-й день получается, у нас стул как по часам, каждый день. Я не знаю, как это получилось, но это работает. Это, конечно, самая маленькая наша проблема. У нас целый список физических и психологических отставаний, в том числе и аутистичного характера. Вот. Сегодня у нас назначен сеанс, и я хочу обратить его внимание на то, что у нее очень беспокойный ночной сон. Сегодня, например, мы спать легли с дочкой 5:30 утра. Вот. Я очень надеюсь, что Давид нам сможет помочь. Я в это очень верю. И о любых, даже самых маленьких продвижениях я обязательно буду рассказывать вам, потому что я думаю, что очень много матерей, у которых детки с такими же особенностями, как и моя дочка, и я думаю, нам всем нужна поддержка и советы, и помощь. Вот. Так что следите за моими видеоотчетами. Всем пока!